Да, перша зустріч присвячена обчисленим технологіям. Сьогодні, зокрема, ми будемо говорити про серверлес архітектуру. Ми покажемо вам різні типи реалізації цієї архітектури. Мене звати Андрій, я технічний директор компанії TechMagic. В компанії ми працюємо над high-load проектами в основному, де ми розробляємо проекти, які можуть витримувати великі пікові навантаження. Минулого року ми познайомилися з серверлес архітектурою і хочемо поділитися нашим досвідом. Перед тим, як ми почнемо наші техтоки, я хотів би коротенько познайомитися з аудиторією і зрозуміти, хто зібрався. Хто з вас зараз працює бекенд-девелопером? Підніміть, будь ласка. А хто з вас DevOps-інженер? А хто з вас фронтенд-девелопер, але хотів би працювати на бекенд? Окей, зрозуміло. Я думаю, сьогоднішня тема вам буде всім цікава. Якщо вам сподобаються наші технічні токи сьогодні, технології, про які ми будемо говорити, і у вас є велике бажання працювати на high-load проєктах, ми будемо раді вас бачити на співбесіді в нашій компанії. Можете звертатися до наших рекрутерів, контакти ви можете знайти на сайті, наприклад. Радий вітати першого нашого спікера, фулл-стек JavaScript-девелопера і тім-ліда Артема Архіпова. Окей, возможно, после моего тока те, кто хотели с фронтенда в бэкенд перейти, пока еще задержатся. Смотрим. Итак, поскольку мой доклад первый, тема у нас serverless, то, соответственно, наверное, стоит начать с того, чтобы понять, что такое serverless architecture, потому что понятие довольно растяжимое, можно понимать его по-разному, найти миллиарды описаний. Но мы будем ссылаться на описание, на определение от Мартина Фаулера, это большой эксперт в архитектуре. К сожалению или к счастью, мы не будем это все читать, то, что здесь, просто это первая же ссылка в Гугле. Мартин дает нам два определения serverless. Коротко о них я пишу здесь и вам сразу же рассказываю. Первый вариант — это когда ваше приложение полностью зависит от третьих, от third-party сервисов, так сказать, от сторонних сервисов. Полностью используется для авторизации, для хранения файлов, для всех любых операций. Оно использует сторонние сервисы, вы не пишете практически или вообще не пишете никакого серверного кода. Соответственно, таким образом мы получаем backend как сервис, то есть вас. Второй случай — это если это когда приложение, их части или не полностью все-таки написаны, имеют код, написанный на стороне сервера, но выполняется он в stateless контейнерах, которые регулируются какими-то событиями, то есть по событию он срабатывает, отрабатывает, после чего засыпает, выключается, там, ну, зависит от того, что вы используете. И все эти контейнеры тоже полностью поддерживаются третьесторонними сервисами. В данном случае самым популярным, мощным таким инструментом является Amazon Lambda. Про нее вам будет рассказывать Витя, наш докладчик в следующем докладе. Мы будем с вами говорить про первый случай, про backend as a service. Второй называется, как я забыл сказать, function as a service. То есть у нас есть код, какие-то функции, они в своих контейнерах вызываются, выполняются, закрываются. Итак, что у нас собой представляет, из чего состоит такое обычное веб-приложение? Это клиентская часть, то есть наш фронт-энд. Это какой-то хостинг для CDN, откуда вся статика раздается. Естественно, база данных. Если хоть какую-то смысловую нагрузку наше приложение несет, то мы должны по-любому что-то сохранять, доставать какие-то данные и так далее. И, естественно, бэкенд, бэкенд-код, логика серверная, которая обеспечивает нам такие базовые вещи, как минимум, как авторизация, распределение прав, операции с базой данных и другие вещи. Естественно, нам нужна серверная платформа, где хранится этот код серверный, сторож для хранения файлов, возможно, при необходимости, и многие другие вещи. На данный момент все это можно реализовать с помощью уймы различных технологий, способов, сервисов и так далее. Но
Очень часто бывает так, что приложению не требуется никаких сверхсложных операций, какой-то очень сложной логики. Но, как обычно, в большинстве случаев, оно все же требует авторизацию, разграничения доступа, работу с базой данных. Так что, если бы могли, вместо того, чтобы постоянно заморачиваться над тем, как вот это все настроить, запустить, где-то написать, подключить и все остальное, если бы мы могли доверять какому-то одному сервису и сконцентрироваться на нашей клиентской части. Такой сервис существует уже примерно лет 5 ему, в принципе, Firebase, но как сервис такого рода он существует примерно 2 года с тех пор, как он стал принадлежать Google. Что он собой представляет, Firebase? Это часть для разработки, для роста вашего приложения, для его развития и так далее. Сегодня нас волнуют, естественно, те вещи, о которых я говорил в начале, которые в любом веб-приложении нам нужны. Это база данных, которая, кстати, real-time, но это чуть позже будет. Это сервис для авторизации, хранение файлов, хостинг. Понятно. Чуть-чуть подробнее об этих 4 пунктах. Первое – это база данных, real-time. Как мы знаем, обычно делается запрос к серверу, он вам дает ответ с полученной, там, как правило, вытащенной из базы данных информации. Поскольку Firebase весь построен на сокет-соединениях, имеется возможность, когда сервер вас уведомляет о определенных событиях, изменениях в данных, что просто крайне удобно и очень крутые вещи можно с этой всего помощью делать. В базе данные выглядят в виде обычного JSON, то есть, ну, как документоориентированная база данных. Сервис авторизации. Опять же, по дефолту вам доступны 5 провайдеров, то есть Google, Facebook, Twitter, GitHub, по имейлу паролю вход. Соответственно, Google тоже берет на себя задачи по там, верификации имейлов, там, reset password имейл отправить, ну, такие вещи. И анонимный вход есть еще такая штука. Хостинг и storage. Тоже замечательные вещи. Когда мы сами занимаемся настройкой хостингом, часто бывает, что мы ищем хостинг там и отдельно ищем CDN, откуда будем раздавать определенные статические файлы. В случае с Firebase, опять же, все, что вы заливаете на хостинг, автоматически через какое-то время распределяется по серверам, которые расположены по всему миру, и ваша статика доставляется очень быстро. Потом one-click rollback. Тоже увидите, что такое. То есть мы можем задеплоить сайт, если мы совершили какую-то ошибку, можем тут же в один клик откатиться. И бесплатный домен всегда HTTPS трафик по дефолту дается вам под каждый проект. Теперь давайте представим, что получаем мы задачу построить приложение срочно. Просто для какого-то заказчика, там, я не знаю, у которого гениальная идея, как это случилось, да, вот он говорит, мне вот этот MVP за ночь можешь накидать? Как за ночь? Ну вот так. Ну хорошо. Значит, я хочу, чтобы такая вот доска, короче, была. Там юзер может, типа, создавать картинки, нет, карточки, на них картинки закидывать, может их, типа, двигать, ну а другим потом может показать, они могут зайти, посмотреть, типа, что я там нарисовал, типа, накидал. Ну окей. Хорошо. У юзера есть своя доска, на которой он может расположить карточки. Юзер их может двигать, делитать, добавлять к ним какие-то изображения. Может смотреть других. И он может все это делать только если он авторизовался. Авторизация у нас пусть будет через Google. Окей? Окей. Давайте перейдем тогда ближе к коду. Посмотрим, как это на практике может быть реализовано. Как мы сейчас будем рассматривать код? Потому что времени мало. Там рассказать хочется много. Есть ветка мастер, это дефолтное приложение, где чисто UI. То есть он ни с каким сервером никак не связан, ни с Firebase, ни с каким-либо другим. Это просто базовая версия, которая в local storage всю эту информацию сохраняет и оттуда достает. Она у меня здесь ранится на localhost. Давайте в нее зайдем. Вот такая вот доска, то есть по дабл-клику мы можем дать название какой-то карточки, можем ее подвинуть, мы можем загрузить картинку какую-то, да, можем это все удалить в итоге.
Хоть так что-то с Денитом тут. Ну ладно. Давайте теперь посмотрим, что собой она представляет. Значит, сама доска, здесь там базовый метод. Вам не нужно вникать о том, как оно работает UI, но просто вот у нас есть создать, там отрисовать все, добавить карточку, сохранить, то есть local storage что-то записать. Пока что все элементарно. Давайте попробуем выполнить первое требование, да, авторизация через Google. Мы просто сделаем pull request master из ветки Firebase 1 Basic Rules, посмотрим, в чем разница. Во-первых, добавился вот эта вещь, это то, что нам Firebase дает по дефолту, когда мы создаем новый проект. То есть, допустим, мы хотим создать проект, мы заходим на Firebase, создаем его, проект создается, мы получим после этого в скором времени конфиги, которые мы можем в этот индекс HTML добавить или в свой JS-код и использовать их. Пока ну, там создается проект, смотрим дальше. Очень просто. Теперь у нас есть Firebase, то есть я еще саму либу подключил. Вот. Метод AUS, и мы выбираем, не выбираем, точнее, вот эта функция onAUSStateChanged, это обсервер функция, которая вызывается каждый раз, когда меняется состояние. То есть юзер залогинился или юзер отлогинился, соответственно. То есть и здесь очень просто. Если юзер у нас есть, то мы создаем наш board, да, там, и все прочее. Если юзера нету, то, соответственно, мы все очищаем полностью. Вот этот старый код, по сути, просто пока что сюда переполз. До сих пор на local storage все чисто пока... подключить авторизацию ради авторизации. То есть логики пока в этом нет. И добавил там топ-бар, который у нас будет отображать. Хорошо. Давайте сделаем окей. И опять запустим сервер, посмотрим, что поменялось. Так, добавился топ-бар. Но бьет нам ошибку о том, что мы до сих пор не наконфигурили наш Firebase. Тем временем проект создался. Тут сразу же есть кнопка «Добавить его в наше веб-приложение». Конфиг. Мы его просто копируем, будем дальше его использовать. Ого, а я веб-шторм не запустил. Ладно. Надо какую-то музычку ставить, только можно. Так. Окей, вот наш индекс HTML. Я сюда вставляю этот конфиг. Так. И что мы получаем? Все, теперь у нас базовая есть авторизация. Она все еще бесполезна. Вот, но она у нас есть. То есть я жму логин, появляется дефолтный поп-ап гугловский, после чего меня должно было залогинить. Но мы не сделали одну вещь, а именно в новом проекте, в методах авторизации, мы не выбрали, что мы хотим, чтобы у нас был доступен авторизация через Google. Также, если бы мы работали с кастомного домена, нужно было бы здесь этот домен прописать. Так, Google, enable, save. Все, после этого теперь точно у нас должна работать авторизация. Логин. Да, я разрешаю права. То есть все. Дальше это все на себя берет Firebase. То есть мы ему сказали, что делать при логине, что делать, когда мы, наоборот, выходим из приложения. Все остальное он берет на себя. Само действие, то, которое происходит при логине, тоже очень простое. Firebase AUS sign with pop-up и provider. В данном случае провайдер это Google AUS. Мы можем подключить и линковать аккаунты хоть пяти провайдеров. Так, давайте перейдем дальше, будем ускоряться, потому что это довольно долго. Так может продолжаться. Теперь подключаем саму базу. У нас появился новый сервис, там Firebase DB я его назвал.
и в котором сначала мы устанавливаем референсы. В базе, Firebase Database, в базе существует понятие как референс. Референс — это указатель на определенное место в вашем JSON. То есть это может быть как и вся коллекция, то есть это root reference, так и какой-то определенный ключ. Поскольку у нас будет JSON, где будут просто boards и юзеры, и все, у нас немного этих референсов, и мы используем, собственно, users ref и boards ref. То есть мы так и пишем root, его child users и root child boards. Все, теперь мы можем использовать референсы, подписаться на обновление. Можем один раз просто запросить данные и все. Добавили мы этот функционал, и теперь у нас добавилось в методе, который срабатывает при авторизации, добавилась такая штука, как засетапить все референсы, проверить, существует ли юзер, и если его нету, записать. Что это значит? Мы берем child user UID. Тут забыл вам сказать, когда мы авторизовались, нам возвращается тот самый объект юзера. У него есть данные некоторые про его имя, про провайдер, то есть который он авторизовался, там, в данном случае Google. Есть его уникальный ID-шник в базе, который больше другого такого уже не будет. Соответственно, мы по маршруту users, его ID-шник, проверяем, там что-то есть или нету. Если нету, мы записываем. Как видите, все операции с базы, как раз, по крайней мере, здесь пока что одна, update, может быть set, могут быть другие, мы не можем растягивать и все проходить. Они, я их пишу в таком синхронном стиле, то есть я не ожидаю никаких callback'ов, я не пишу zen и так далее. Дело в том, что Firebase работает таким образом, что он локально содержит всегда максимально приближенную копию к удаленной и сам берет на себя ответственность за то, чтобы доставить в нужном порядке все ваши изменения и как-то все правильно синхронизировать. Окей, давайте, я не буду перечислять на эту ветку локально, то есть пока что у нас есть база данных, мы ее подключили, и там, где мы сетапом устанавливаем всю доску, отрисовываем, мы просто добавили функционал, который теперь достает из базы данных данные про доску и сохраняет их, то есть вместо метода save, да, вместо метода save был у нас local storage set item. Теперь this ref update this data. То есть у нас подход простой. Я все время беру JSON весь доски, его сохраняю, если что-то поменялось. Вот и все. Так, давайте теперь со storage разберемся. Storage, то есть сервис, с помощью которого мы можем загружать какие-то файлы на Firebase, он работает. Синтаксис очень похож с самой базой данных. Здесь я опять же добавил сервис, сейчас мы к нему перейдем. Firebase Storage. Сделал тоже setup references. У Storage тоже эти конечные пути. Только если там JSON документ, то здесь это ваши папки. Иерархия папок. Тоже называется reference, то есть указатель в эту точку. Но подписываться мы там ни на что не можем. Мы можем там сохранять файлы и их удалять. То есть там никакого реалтайма нет. Просто reference тоже называется. И что по собой представляет этот Firebase Storage Service? Вот. Опять. Засетапил ref и сказал, что image reference это root child image. Подход тот же, только это уже storage. Мы работаем с файлами. И на upload файла дописали такую штуку. То есть теперь мы не просто его в стрингу переводили в BH4 и сохраняли в local storage. Мы стали что делать? Вызывать addImage с этим файлом, и в итоге в card сейчас у нас был stageRef, это этот ImageRef, это референс на папку image с имиджами. FileName в данном случае я просто беру таймштамп, типа нам для такого проекта подойдет, и я говорю, что по такому-то адресу положить этот файл, и после чего мне в ответ приходит снапшот, про снапшоты я еще вам до слова в конце скажу, где, откуда мы можем взять, какая у них теперь URL, download URL, по которой можно этот файл скачать, да, ну и его название тоже себе наперед записываю. Так, теперь четвертый в третью. В данном случае user list и real-time, некоторый функционал real-time. Добавился компонент user list, то есть там я вам запущу в итоге сайдбар, список юзеров, которые берутся из 100 users ref, да, и
при клике на них я могу подключиться к обнулить борду с текущую, которую мы видим, и подсоединиться к другой, то есть по другой ID-шке юзера. Давайте посмотрим. Board ref, так. Функция называется у нас Navigate. То есть сюда попадает ID юзера, а мы помним, что у нас в коллекции, в документе, где boards, тоже через ID можно попасть на доску конкретного пользователя. Структуру тоже покажу. И здесь в данном случае мы берем board ref once value. Если мы пишем через on, это мы подписываемся на какие-то события. Once это один раз сделать. Value это значит просто все данные с этой референса с этого получить. Получаем, после чего создаем новая доска с, вот, с данными, которые мы с референса получили. Там про картинки, про структуру, про положение карточек и все остальное. Соответственно, как это выглядит? Давайте пора уже проапдейтиться, а то... Возьмем этот конфиг. А там сбежишь еще раз было? Сейчас, подожди. Плохо видно, да? Ну, в принципе, мы не код будем смотреть, мы будем смотреть, как оно, что сейчас его представляет, плюс зайдем в... Вот. Опять же, мы можем создать доску, можем добавить к ней какое-то изображение. Есть юзер, я, к сожалению, один, мы потом зайдем на thread, где... Есть много этих юзеров, то есть я там ребятам давал пробовать. Так, upload image, designer. Загружается картинка, на storage сходили, записали, вернулась URL, мы ее здесь показали. Что происходит в базе? Давайте перейдем в базу данных, потому что там любые изменения можно в режиме реального времени видеть, отслеживать. Но иногда она, конечно, не хочет полностью сразу же погружаться, и можно этот JSON сходу не увидеть. Вот. Так будет наглядно, думаю. Что у нас есть? У нас есть коллекция юзеры, куда мы записали юзера, когда он залогинился, если, вот там, если там такого еще нет. И у нас есть коллекция boards, карточки, у которых может быть множество вот этих вот карт, ключ, каждый из которых соответствует ID-шке этого пользователя. Ну и там обычный JSON, то есть... название, расположение, ссылка на картинку и все остальное. То есть каждый раз, когда я делаю какие-то изменения, я думаю, каждый раз я делаю изменения, оно мгновенно все обновляется и там. Вот. Причем оно, как видите, не полностью перезаписывает, хоть я отправляю все данные, но ищет разницу и пишет, что ускоряет процесс. Окей. Можем добавить новую. Просто добавится еще одна. Хорошо. Что по поводу реалтайма? Давайте вернемся в код. Я подписался... Вот. Просто, очень просто все сделал. Если мы являемся оунером этой борды, то мы не подписываемся на изменения, потому что мы их сами делаем. Если только мы смотрим на чужую доску, то мы подписываемся на изменения в массиве с карточками. И каждый раз, когда там что-то приходит, мы просто refresh card сделаем. То есть мы заново перерисовываем всю доску. Соответственно, если я сейчас залогинюсь... еще одним юзером сюда. Вот. Зайдем вторым юзером. Так, разрешаю, все нормально. Так, что мы здесь видим? Так, я зайду на
доску вот эту, и мы видим его же доску нашего второго юзера, вторую мою, можно сказать. И когда он делает какие-либо изменения, мы тут же их отображаем. Причем напомню, что мы до сих пор не написали ни строки кода, то есть все написано на фронтенде. Авторизацию нам обеспечил Google Firebase, загрузку файла нам обеспечил Google Firebase, базу обеспечил Google Firebase, но продолжать не буду, ладно? Вот. Теперь я могу на его доску перейти, да, например. Он на свою, да, тут интерфейс еще тот, я дизайнер не очень. Вот. И теперь вот. Я создаю здесь карточку, и тут мгновенно появляется. Естественно, тут кнопки upload нету, потому что он не владелец. Там это долго будет загружаться, можно попробовать. А может и недолго. Причем даже вот во время загрузки все равно продолжать работать real time. Да, огромная картинка просто. Там никакого ресайза не придумывал. Вот, то есть все работает. Супер. Но есть нюанс. Важный вот с точки зрения приложения, да, наше сохранение данных и так далее. И тот, кто сейчас самый, вот, к моему мнению, правдоподобный, совпадающий, точнее, с моим, скажет, что за нюансы, которым я сейчас следующий будет правильно о нем поговорить, тот получит футболку. Нам нужно было разыграть футболки по-любому. Поэтому я решил их таким образом разыграть. То есть, ну вот у нас есть, мы сохраняем какие-то картинки куда-то, мы сохраняем там JSON в базу, карточки двигаем. Юзер, на фронтенде написано, что он может чужие смотреть. Вот. Есть у кого-то идеи? Давай. Что будет, если одновременно будут, не знаю, двигать эти картинки? Ну смотри, двигать одновременно ты не можешь, потому что сидит один чувак, и все остальные, если не смотрят на его доску, то они подписаны на обновление, у них у всех это двигается. А двигает он один, кто еще может двигать? Если ты залогинишься под двумя аккаунтами, под одним аккаунтом на двух окнах, да, залогинишься на двух компьютерах и начнешь двигать. В данном случае здесь это не предусмотрено, хотя можно предусмотреть. То в таком случае ты будешь, здесь ты подвел, например, с вправо в левый угол, да, на втором твоем экране ничего не поменялось, потому что, как я говорил, мы не подписаны изменения, если наша доска. Ты там подвинул, то, соответственно, он передвинул ее из того угла просто в этот. Ну, для всех, кто зритель. И это не тот нюанс, о котором я хотел сказать. Слово, как шарить борды. Как шарить борды. Мы же их уже шарим, то есть этот нюанс уже сделан. Не по ссылке. А, по ссылке. Я хотел это сделать, но решил не загружать. Вы видите, так в этом коде ковыряюсь. Хэш там можно смотреть, да, и потом это как ID-шку использовать, подключиться. А игры формат файла можно уже? А тебе еще не выдали футболку, да? Этот формат файлов я на фронтенде ограничил как... чтобы в типе было слово image. Вот, на фронтенде. На бэкенде тоже это можно настроить, но тогда уже можно и про размер вспомнить, да, вдруг там чувак гигабайт, мы сейчас ничего этого не настраивали. Другой, ну хорошо. Секьюрность, чтобы один юзер не поменял ничего с другом. Вот, вот это я хотел. Этот молодой человек нас выигрывает в футболку, можем ему поаплодировать. Да, вот тебе сейчас девушка подойдет, скажет. Вопрос в том, что окей, какой-то юзер там обычный, да, он в код не полезет в приложение, ничего не будет там менять. Там сказано, что если ты не овнер этой доски, ты не можешь там ничего менять. Окей. Но если это какой-то очень хитро выдуманный, да, пользователь, он хочет зайти в код, в сорсы, что-то там поменять, он может спокойно убрать это условие, да, и, соответственно, при текущем раскладе на данный момент он сможет просто вносить изменения в чужую доску. Так как есть в Firebase такая очень важная штука, собственно, без нее мы вообще ни одно приложение тогда можно даже не пытаться делать. Как правило. Правила, по которым можно в базу данных писать, и правила, по которым можно из базы данных читать. Вот, на нашей панели, там где database, есть такая штука, как такой вот JSON с правилами. На данный момент можно легко увидеть, тут, ну, догадаться точнее, что, о чем здесь нам говорят. Читать и писать может любой, кто авторизовался. То есть достаточно, получается, что при таких правилах я могу немножко изменить код, залогиниться под собой, но менять доску любого пользователя, что является неправильным.
Поэтому мы идем, и давайте сразу до про storage тоже скажем. Здесь очень похожая ситуация, только здесь, поскольку наш storage напрямую связан с Google Cloud платформой, там в другом формате это все, и здесь по дефолту записаны у нас такие правила, что читать и писать могут, в принципе, тоже все авторизованные пользователи, без ограничений. Давайте зайдем опять, вернемся к этому злополучному гиту, начнем там ковыряться. И при переходе из ветки 4 в ветку 5, которая так называется rules, там всего два файла, точно, тут нам копаться не придется. Вот они. JSON, видно нормально, да? Да. JSON с правилами для базы данных. Мы говорим, что вот у нас есть наша users коллекция, есть коллекция boards. Вы ее видели там, когда я открывал саму базу. Тут очень важный нюанс. Я не знаю, насколько это важно вам на данном этапе, но тем не менее. Если мы говорим паренту, что, например, все могут оттуда из него читать, то это означает, что по-любому он оверрайдит все остальные рулы. Это значит, что все его чайлды, из них тоже можно читать. Неважно, что вы там начнете писать. Вот. Но у нас очень простое приложение и очень простые правила. Просто нужно этот факт иметь в виду, когда делаешь более сложную архитектуру, так как можно под один ключ, да, в один объект засунуть вещи, которые как бы у нас могут быть разграничены по доступу. Это тогда накладки возникают. Нужно свою базу по-другому продумывать. В данном случае, что я написал? Что читать, да, могут до сих пор все, кто не авторизован. То же самое касается и доски. Но узнать через доллар как переменная. Давайте зайдем в консоль. Можна питання? Да. А є якісь можливість автоматичного процесу оновлення тих голів, щоб не руками заходити на UI-ку і вставляти JSON? Не то, чтобы автоматически, но будет один нюанс, я вам расскажу. Есть такой модуль, NPM-модуль Firebase Tools. Он устанавливается глобально на компьютере, ты получаешь консоль. Если есть консоль, то, соответственно, ты уже можешь там написать вот скрипты какие-то, которые будут это вставлять и делать. Я сейчас дойдем, сейчас я покажу. Вот у нас есть юзеры, да, в нашей базе, два юзера. Вот этот вот ключ, он в данном случае, этот вот, XJ, там, UN92 и так далее, это, он записан в этой переменной UID, на через доллар как переменная. И мы сейчас говорим, что на уровень ниже, где ключом является этот UID, писать могут те, у кого ID-шка авторизованного чувака, то есть вот это AUS слово, как еще несколько других, если вы заинтересуетесь, вы будете читать документацию, которая просто замечательная. Там есть несколько переменных разных. Это наш авторизированный пользователь, грубо говоря. Если его ID-шка совпадает с вот этим вот ключом, тогда можно писать. То же самое касается и бордов, каждого борда. Таким образом, теперь, чтобы мы в коде не меняли, если мы эти правила учтем, то записать, ну, он просто получит ошибку и все, ничего не поменяется. То есть то, что там у него на UI произойдет, это уже его проблема. В базе все останется по-старому. То же самое, только в другом формате, касается и сториджа. Только здесь пишется это по-другому. Тут вставляем мы свой storage bucket. Я сейчас это все сделаю и задеплою как раз не руками JSON, а через консоль. И картинки. Доступ к папке картинки, где UID и дальше любые пути нас на данном этапе не волнуют. Разрешаем писать. По дефолту, если записать read, убрать read, то все могут их считывать. Просто... Как это стоит эти JSON? Не то... Сейчас покажу. Linux инструмент прямо у них в консоли. Принцип понятен, короче. То же самое. Хорошо, возвращаемся в консоль. Как мы тестируем? Или не то чтобы тестируем, проверяем, скажем так. База данных, rules. Так, чтобы это продемонстрировать, я их все-таки сейчас копирну или не надо. А не надо. Так. Есть такая штука здесь, как симулятор. То есть я могу здесь написать какие-то права, прописать JSON. И потом попробовать сделать запись. То есть, например, я говорю сейчас, что все могут, у кого есть доступ... На базе автоматизованное тестирование на full regression, что кто-то
не знаю, поп'яння, закомітить якусь срань. Ця виходить, це срань на сервер, і вся бізнес-логіка автентифікації, розподілення прав піде по жіночій лінії. Маю на увазі автоматичне тестування в нормальній CI/CD процесі, а не симуляція. Я понял. То есть не вручную, окей. Okay. Сразу говорю, я такие вещи не делал. То есть вот это то, что я сегодня показываю, это больше как хобби, потому что мы используем Firebase для реал-тайма в очень большом серьезном проекте, но приложение, которое полностью на Firebase стоит, у нас нет. То есть поэтому я такую штуку не делал. Подозреваю, что пишутся скрипты на все кейсы и пытаются записать или прочитать данные с каждого референса, который есть. Потому что тут можно и схему задать данных на самом деле. Помимо read-write еще есть такая штука, как точка validate, и там можно указать, что там может быть. Ну, обязательно ли это поле, должна ли быть от стринга, какой она длины, или это может быть дата, и она должна быть там больше, чем сейчас плюс один день. То есть, ну, такие вот вещи. Хорошо. По поводу деплоя. NPM install Firebase Tools я сделал уже здесь. Мы не будем здесь ждать, пока это пройдет. Мы просто сделаем следующее. Давайте свичимся в эту ветку, где есть рулы. Так. Есть файлик у нас database rules.json. Вот здесь он. И storage rules. Те, что я вам в Git сейчас показывал. Теперь давайте сделаем Firebase init в этой директории сейчас. Вот. Нас спрашивают, что мы хотим. То есть задеплоить проект или еще и рулы прописать. Мы говорим, что ну, оба кружочка зеленые, то есть нас это, нам все нужно. Выбираем здесь проект, который мы создавали. Здесь наш serverless, вот он, проект. Мы его выбрали. Нас спрашивают, какой файл должен быть выбран для database рулов. database.rules.json. Вот он у нас есть. Мы его выбрали. Хорошо. Такой уже есть, перезаписать мне не надо, я его специально там создал. Так. Public Directory. То есть у нас здесь в данном случае это папка app, где лежит индекс HTML, ну и все остальное. Значит, директория у нас app будет называться. Индекс уже есть. Single page app. Нам все равно. То есть перенаправлять все запросы на индекс HTML или же искать файлы. Перезаписать? Нет, не надо. Все, мы заинсталили, грубо говоря, проект. У нас появился файл теперь Firebase.json. И здесь разные настройки есть перед тем, как деплоить. Есть database, rules и ссылка. Ну не то, что ссылка, название файла, в котором указаны права. Storage почему-то, я не знаю почему, они сюда по дефолту не включают, поэтому нужно вручную написать. Так, тоже rules. И название storage.rules. Command S. Так. Следующее, что мы делаем Firebase deploy. Firebase.com.13.7. Что нам говорят? Все, оно задеплоилось. Ссылочка на консоль, ссылочка на проект. Вот HTTPS, наш домен, который нам выдал Firebase. Мы можем туда зайти. Мы задеплоили полностью. Залогинимся, мы можем тут выбрать, опять же, аккаунт. Ну, то есть мы сейчас с той же базой связаны. Если зайти... По-моему, вот так он у меня называется. Вот, это такой же проект, просто пока я там тренировался, этот делал, давал там его друзьям. То есть вот, мы можем ходить по доскам других людей. Siri, блин, где? Вот. Переключаться, то есть потом можем отлогиниться. Ну, то есть весь тот же функционал просто хотел показать, как это. И раз уж на то пошло, время заканчивается, я в принципе все успел, то есть процесс, я думаю, в целом понятен. Все же такой, опять же, на базе Firebase, но небольшой все, ну, кто просто с телефона, можете зайти по вот этой ссылочке, которая тут указана, либо QR-код отсканировать, либо по короткой зайти. Сразу говорю, то, что сейчас здесь, это вообще за один вечер написано.
Если у кого-то будет не накинется там с телефона, есть нюансы, то звоняйте. Но надеюсь, что у большинства все пойдет. Ну, давайте еще 10 секунд. Может там у кого-то ну, реально руки дрожат. Окей. Что мы здесь видим? Это такое маленькое приложение, чтобы собрать как бы общий фидбэк по тому, что вы сейчас услышали и увидели. Значит, молния означает, насколько у вас сил еще много осталось. То есть максимум значит много. Инсайт это понимание, насколько было понятно то, что он рассказал. Потому что есть вещи, которые я сам сомневаюсь, что были понятны из-за того, что вот так вот все. И интерес это насколько интересно то, что я рассказал. Оно постоянно, как только вы делаете какие-то изменения, берет среднее значение. Поэтому давайте сейчас пару секунд и посмотрим, что у нас в целом получается. Точно не устали. Довольно интересно, я так понял. Да, вы давайте так. Так, Magic, давайте выключайтесь. Спасибо за поддержку. Все, ну окей, будем считать, что понятно было так себе. Скорее всего, я тоже так считаю. Вот. Но хорошо, что не устали, значит, и никто не ушел, значит, Витя сейчас достанется живая аудитория. И, ну и и интересно было, да, но я не сомневаюсь, эти всякие штучки. Реал-тайм, 23 человека, 24 человека уже онлайн. Вот. Ну, тут еще надо учитывать, что я сам себе 80 поставил. Ну, все равно. Вот. Ну, ладно. Ссылки в конце, вот я еще вот так вот сделаю, будем прощаться. Сейчас. Да, в QR-коде все мои контакты, тут они тоже есть. И там же есть GitHub, там видите ссылка, репозиторий Serverless Photoboard, по-моему, называется. Он первый. Все, у меня все, спасибо.